7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. А мне на День матери папа с сыночками суши заказали. Мама сегодня ужин не готовит. Купаки. Так, а еще мне подарили вот такой трипод, да? Для GoPro. Фирменный. Очень удобно. Вся такая впечатленная. А потом думаю, стоп. Вообще-то у меня тоже мама есть. Я не, не только я мама, но еще и у меня есть мама. Думаю, надо позвонить сразу, потому что, как всегда, забуду потом. Потому что они разные. Это, ну, я готовлю одинаковые, а это тут разные всякие. Тут и с авокадом, и с огурцом, и разные. Это остро, это васаби. Ты такое не будешь кушать, сынок. Это кака тебе будет. Попробуй. Гриша кушает васаби. Смешно. У мамы смех такой не смешной. Так, пацаны, садитесь, давайте, время ужинать. Я так смешно. Папа там вам еще десерт заказал, еще у нас мороженое есть, так что давайте. Не, у нас мороженое в морозилке есть, мы вчера купили. Привет, друзья! Сегодня понедельник, а влог я еще не выложила, потому что на выходных не снимала почти ничего. Очень зря, событий у нас было много разных. Вот и гости у нас были в субботу. А Сёма отстает. Сёма, ты зачем идешь в школу за Колей с вот таким ведром? Расскажи, пожалуйста, нашим друзьям. Что у тебя там в ведерке? Ну, покажи. Что ты стесняешься? Что там такое? Видно, что грязь. Или это не просто грязь? Там вырастет пальма. Пальма, да. Сёма посадил финиковую косточку. Теперь мы ждем, когда у нас вырастет там пальма. Ну, ждать придется долго, но Сёма пока ходит, прогуливает свое ведерко. Здравствуйте. Твоему дню рождения зимой? Не, ну я не знаю, может через месяц только косточка наша вырастет. Вот. Поэтому я сейчас снимаю, как мы идем за Колей в школу. Мама добренькая разрешила сегодня не идти в садик некоторым, да? Собиралась вообще в поликлинику, тоже передумала. А в поликлинику нам надо, мы оформляем Гришеньку потихоньку в садик. Ближе к осени начнем уже ходить в ясли. Вот. Не-не-не. Сегодня Петя с Гришей поменялись местами, да? Для разнообразия. Петя, ку-ку. Ку-ку. Вот, так что у нас сегодня на канале будет супер свежее видео сегодняшнего дня. Да, Петро? Я поехала в багажник посмотреть. Привет, наши друзья! Мам, а потом после Пети можно взять? Вот, сейчас закончится. И надо показывать, куда. И что? Сейчас. Да я тебе помогу. И у нас в городе такое случается. Все ковляется в мусор, как копают ямы. Это произошло в городе. И надо исправить. И надо
магазин. Пока у нас друзья. Добро пожаловать на канал нашей семейки. Ты готова, интересно?